Всем привет, меня зовут Сергей. Данный ролик производится, съемка данного ролика производится исключительно очками, соответственно, вот Pavi Head этот, для экстремальных видов съемок. Сейчас я попробую снять ролик, не знаю, как это все получится. Называется он тестовый полет на СВП. Дальше меня в кадре не будет, потому что я буду в очках. Так, ну вот, съемка идет. Первое, что делаем, это проверяем все узлы на предмет вывинтившихся болтов. Проверяем натяжение ремней, что все нормально. Смотрим, все ли в порядке в моторном отсеке. В моторном отсеке все хорошо, закрываем его. Включаем питание аккумулятором. Так, это лишнее. Это мы уберем. Одеваем спасательный жилет. Ну, в расширительном бачке все хорошо. Сейчас посмотрим, что творится в основном баке. Соответственно, радиатора. Все, тосол есть. Все замечательно. Вообще, в принципе, эту процедуру обязательно проходить при каждом выезде, потому что она просто говорит о безопасности дальнейшего полета. Так, дальше проверяем, соответственно, работу рулей. Все. Так, рули работают, ручка руля ходит хорошо, подаем питание. Накачиваем в праймом, немножко даем топливо. Ну, лодка стояла давно. Обязательно одеваем вот эти наушники. Я не знаю насчет того, будет меня слышно или нет. Вот, но надеюсь, что будет.